Повелитель беспокоится о здоровье Хатидже-Султан. Пока изменений нет. Температура высокая, вся горит, бредит. Да, ясно. Ты зайди вечером, расскажи, как она, Сюмбюляга. Слушаюсь, эфенди. Ты куда это так бежишь? Прочь с дороги. Стой! Ибрагим! Да стой же! Я говорю ей, стой, стой, она не слушает. Хорошо, оставь. Что случилось? Тебя это не касается. Я расскажу только султану Сулейману. У меня забрали сына. Забрали? Как это забрали? Валиде Султан отняла. Они врут, что у меня ядовитое молоко. Хюрем Хатун, следи за выражениями. Как ты смеешь говорить так о Валиде Султан? Это лекарша заявила, что молоко ядовитое. Раз она так сказала, значит, так и есть. Она лучше знает. Ступай. Ты что, слов не понимаешь? Там сейчас идет совет. Тебе туда нельзя, ясно? И ты заодно с ними, значит? Стая волков. Что-что? Что ты сказал? Защищай Махидевран. Бросай меня на съедение. Я знаю, это ты все подстроил. Это ты к султану привел мою подругу. Думал, султан Сулейман предпочтет ее мне, да? Это ты раздул огонь. Смотри, Ибрагим, как бы ты сам в нем не сгорел. Уведи ее. А то боюсь, что не сдержусь. Идем, Хюрем Хатун, идем. Я сказал, уведи! Ну, идем же!